Сармат, скажи, пожалуйста, как там у нас с доской? Пришла она? А смесь, вот та реставрационная, шовная, она на месте уже? Угу. Там нужно будет дополнительно кое-какие нюансы обговорить. Вот ты пока предупреди там Мухтара, ребят наших. Они хотят приехать посмотреть, какая там ситуация. Да. Все, встречаем. Ну, смотри, как классно цветочки сделали, да? Вот просто классно. И окна они покрасили, молодцы. Я, допустим, вырос в районе, где новостройки были советского, такого позднесоветского периода, серые, унылые, такие достаточно мрачные. Конечно же, это тоже все формирует. К слава богу, были за окном горы и зелень, которая все это разбавляла. Да, у нас ландшафты, природа этому помогают. Но в целом, конечно, то, где растет человек, где он формируется, та среда обитания, где он находится, это очень важно для его становления как личности. И в этом смысле наш город, он уникален. Исторический центр Владикавказа – это, наверное, в целом объект культурного наследия. Если мы говорим о проспекте Мира, нашем Александровском проспекте историческом, да, это и юридический объект культурного наследия. Каждый памятник заслуживает уважения и внимания. Быть может, есть где-то еще неухоженные места, где-то есть, скажем так, над чем работать, но даже в таком виде, наш город представляет огромный интерес с точки зрения сохранности объектов культурного наследия. Не так много городов в России в принципе, а уж на Кавказе, безусловно, на юге России, это единственный город. Петр Павлов – реставратор, историк, общественный деятель. Долгое время занимался молодежной политикой и вопросами межнациональных отношений. Был председателем комитета молодежного парламента Республики Северная Осетия Алания, членом молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации России. За плечами Петра Павлова – организация масштабных ежегодных межрелигиозных и межнациональных форумов, проведенных при поддержке администрации президента Российской Федерации и Федерального агентства по делам национальности России. Цель состоявшихся в Северной Осетии, Дагестане и Чечне форумов, участие в которых принимала молодежь этих республик, а также эксперты со всего Северного Кавказа и ближнего зарубежья, укрепление межэтнического согласия в молодежной среде и противодействие распространению идей экстремизма. С 2019 года основатель и руководитель реставрационной компании «Скифос РСК», на счету которой реализация крупнейших в Северной Осетии реставрационных проектов. Женат, воспитывает двоих детей. У нас вот здесь ширина колонн какая? Колонны абсолютно разных размеров. Ага. Не, ну вот те несущие, меня несущие интересуют. Есть вот это перекрытие, я завершаю, пару сечений. Ну, вообще с детства так сложилось, что я занимался музыкой. Я закончил музыкальную школу при училище искусств, затем училище искусств имени Валерия Бесаловича Гергиева по классу трубы. У меня был факультатив хорового дирижирования, вокала, фольклорного ансамбля. И, в принципе, искусство, оно было всегда близко. Затем я поступил на исторический факультет нашей САГУ, который закончил в 2011 году и занимался общественной деятельностью.
То есть я был в составе молодежного парламента нашей республики, там, общественный совет по делам молодежи при полпреде в СКФО, молодежная парламентская ассамблея при Совете Федерации. То есть ничто не предвещало того, что как-то моя жизнь соприкоснется с реставрацией. Но потом, в определенный период своей жизни, я возглавлял автономную некоммерческую организацию «Владикавказский духовно-просветительский центр», учредителем которой и была Владикавказская епархия. И тогда, в 2014 году, собственно, когда я возглавил эту организацию, было принято решение о реставрации здания на Церетели, архиерейской резиденции. И скажу вам честно, этот объект особый для меня. Это 7 лет кропотливых трудов и бессонных ночей. Это действительно было нашим детищем. И вот именно тогда мне пришлось столкнуться с реставрацией, и мне пришлось заниматься реставрационными работами. Причем, скажем так, проектные работы вот тогда на стадии Церетели мы еще не делали. То есть я был в роли заказчика. Мне пришлось вникать и погружаться в реставрационные азы. И вот здесь как раз мне очень помог ИСТФАК. Потому что история и реставрация, безусловно, это звенья одной цепи. Потому что, во-первых, на ИСТФАКе у нас была археология, а любой объект просто невозможен без археологии. Даже объекты, вот, о которых мы работаем, я имею в виду, там, допустим, начало 20 века, все равно хоть минимальная, но археология всегда нужна. То есть это погружение в историю. Помимо археологии, это погружение в архивы, это поиск фотоматериалов, описаний очевидцев того времени. Ну и, безусловно, на историческом факультете это было лейтмотивом вообще нашего обучения. Башни, святилища, храмы древние. То есть изучение памятников старины – это одно из направлений на историческом факультете. Я очень благодарен нашим университетским преподавателям, всем, безусловно, никого не хочу, как говорится, забыть, но это и Руслан Сулейманович Бзаров, прежде всего, это и Людмила Руслановна Габоева, она хоть и не преподавала нам, но уже тогда, в наследии Алании, работая, она нам оказывала содействие. Кстати говоря, еще участвуя на ИСТФАКе, в молодежном парламенте у нас была программа, так вот мы ее инициировали, она тоже называлась «Наследие Алании». Мы детей из детских домов возили по объектам культурного наследия, как теперь я понимаю, объектам культурного наследия. Тогда мы возили просто по объектам нашей истории. Это и Дзивгизская крепость, это и Мады-Майра-Мезуар, это и Зрукский храм. Ну, то есть для нас уже тогда учеба на ИСТФАКе была погружением в древность, погружением в объекты культурного наследия. И именно историческое мое образование, наверное, было фундаментом того, чем я занимаюсь сейчас. Потом уже, конечно, я закончил и реставрационные курсы. Более того, мы были инициаторами в 2018 году, чтобы в республике у нас прошли очно, здесь не в формате там, дистанционном или видеоформате, а в очном формате мы провели здесь школу реставрации с институтом реставрации, с федеральным. Вот, и очень многие наши специалисты смогли получить азы реставрационных знаний. Сейчас, когда мы смотрим на результаты труда на Церетели, мы и представить себе, наверное, не можем, в каком руинированном состоянии было это здание. Фактическое отсутствие перекрытий, текущая просто тотально кровля, а местами и ее отсутствие. Отсутствие оконных и дверных заполнений. Дверные заполнения – это просто были забитые доски, чтобы просто туда посторонние не имели доступа. Вот. Это и полное отсутствие коммуникации. То есть там не было ничего. Это были руины. Это просто было руинированное здание. И я хорошо помню, как нам говорили, что этого сделать невозможно. Вы не найдете на это финансирование. И вообще лучше с этой идеей расстаться и ее не поднимать. Но твердость заказчика, твердость пользователя в лице Владикавказской епархии сыграла свою роль. И был поставлен жестко вопрос о том, что до революции это здание принадлежало епархии, оно было епархиальным и должна восторжествовать историческая справедливость. И, безусловно, принципиальная позиция всех руководителей епархии, начиная с 2014 года и заканчивая 2021 годом, когда было открытие, сыграла свою роль. Нам удалось сделать это здание, с одной стороны, исторически
справедливым, да, скажем так, то есть мы воссоздали внешний его облик. С другой стороны, оно стало эргономичным. То есть там современные системы вентиляции, электрики, отопления, ну, вода, канализация, само собой. То есть это здание, в него вдохнули новую и еще более полноценную жизнь. И, конечно, не могу не отметить храм святого равноапостольного князя Владимира, который расположен, кстати говоря, на юг. Это единственный в нашей республике храм, расположенный на юг, и один из немногих в России. Там получилось так, что было два здания, и между ними было пространство. И тогдашний архиерей того периода, да, он благословил, мы нашли эти архивные документы, сделать там храм. То есть, когда мы пришли, мы смотрим арка. Что за арка? Откуда арка? Кто-то предположил, что там вообще конюшня была там для коней. Вот. А когда шурфили, ну, то есть, то, о чем я говорил, археология, чуть-чуть земельный слой начали снимать, увидели следы фундамента, поняли, что это алтарная апсида, начали искать в архиве, опять-таки возвращаемся к историческому факультету, и нашли свидетельство того, что это был храм. И, как мне думается, это помимо архитектурной жемчужины нашего города, это получилось и с точки зрения наполнения очень удачным, потому что росписи, я особо хотел бы обратить внимание на них, они полностью посвящены истории христианства в Алании. И, безусловно, мы здесь опирались на мнение специалистов, опять-таки, Руслан Сулейманович Бзаров, Людмила Руслановна Габоева, Михаил Мамиев, ряд других наших известных историков принимали участие и не только в создании концепции, но даже в эскизировании, то есть костюмы. Элементы, я так скажу, даже интерьеров, вот там есть литые ограждения, даже их, это скифские орнаменты, то есть там каждый миллиметр буквально был продуман. И, как мне кажется, мы смогли сделать то, что задумывал изначально автор. Ведь наша задача, не привнося ничего своего, воссоздать, подумать, как хотел первоначально, изначально автор идеи, и просто это повторить. То есть мы должны обладать, все мы, реставраторы, я имею в виду, обладать в хорошем смысле слова смирением. То есть не привносить ничего своего. И самое главное, конечно, не навредить. В случае с Церетели, мне кажется, по отзывам это получилось. Хотя, безусловно, свои минусы мы там тоже понимаем и знаем, и понимаем, что есть к чему еще нам идти. Все хорошо, принял, буду. В течение часа я буду. Петя. Да бом хорш. Привет. Как у вас тут ничего. Дела? Ничего. Как доехал? Заехал нормально. Здесь нормально. Вот в одном месте. Ну, честно говоря, там опасный участок. Да. Каждый день. Ну, сейчас более-менее-то. Ну, пойдем тогда. Угу. Там на объект. Пошли. Вот Машикуй полностью, вот по чертежу, как он был, даже вот постарались подобрать его полностью. 50-60 сантиметров. Сейчас еще этот парапет положат. Будет уже 60. Работа на объектах культурного наследия в Высокогорье – это отдельное наше направление. И скажу вам честно, помимо интеллектуального привлечения сил, то есть для нас подход там один – должны работать наши местные специалисты, то есть руки должны быть наши, потомков тех, кто когда-то это строил. Но, конечно, мы не можем, с другой стороны, экспериментировать на объектах Средневековья. И мы приглашаем специалистов из Москвы, из Петербурга, из других научных наших реставрационных центров с тем, чтобы они поделились с нами своими знаниями. Вообще, в суровых горных условиях не каждый соглашается работать. И у нас было очень много случаев, когда люди просто не выдерживали и уходили. Почему это? Когда приезжаешь на объект, там нет ничего.
Зачастую нет дороги. Мы вот, в частности, допустим, дорогу в Луар, дорогу в Кумбулта, да, и до ряда других, в той же Зрукской церкви нам тоже приходилось неоднократно прочищать себе дорогу. Нет дороги просто. Нет электричества. Про связь я вообще молчу. То есть полностью оторванность от мира. Нет воды. И ночью воющие шакалы. Вот говорю это с полным осознанием дела. И наша задача привезти туда вагончик, генератор мы должны привезти, провести воду, найти источник, то есть это тоже определенная работа. Вот в частности в храме в Тли, например, у нас 800 метров пришлось тащить воду, ну 700-800 метров, для того, чтобы просто наши люди могли пить, для, использовать для строительных, да, смесей материалов, ну и элементарно вот просто помыться. Кстати говоря, кухня, душевая и все, вся сопутствующая инфраструктура, это также является предметом наших забот. Ну и, конечно, техника, потому что не каждая машина туда проедет. Мы, конечно, озаботились тем, чтобы у нас были высокопроходимые машины, которые всегда мобильны. Следующим программой, наверное, очень важной, которая в нашей жизни, в жизни наших реставраторов, нашей организации была, это программа празднования 1100-летия крещения Алании. Вот действительно, поистине, для реставрационного мира революционное было событие. Сразу 14 объектов культурного наследия были включены в программу. Причем какие объекты? Начиная с Рукского храма, которые вообще просто не верили, что когда-то это будет возможно. Вот, возвращаясь к своей учебе на историческом факультете и работе в молодежном парламенте, мы как раз поднимали эту тему. Вот, ваш покорный слуга готовил проект на Машуке, на Селигере тогда еще, сохранение этого Зрукского храма. То есть нашей целью тогда было просто привлечь к нему внимание. Зрукский храм, храм святого Георгия в Кисатиково, храм святого Георгия в Зарамаге, Жиленсерд в Заманкуле, святилище в Дагоме, святилище в Кумбулта и остатки церкви, опять-таки там в древней крепости в Кумбулта. Это действительно место уникальное. Вот за традиционным остинским столом есть тост за святые места или места силы. Вот только попав в Кумбулта, я, наверное, до конца осознал значение этого тоста, потому что туда очень долго нужно пешком подниматься, ну как очень долго, где-то 500 метров высоко в гору. И это же не просто, не случайно тоже, помимо, скажем так, оборонительного характера, вообще все святые места, там, где нет крепостей, они располагались на вершине. Для чего это делалось? Для того, чтобы человек мог, поднявшись туда пешком, немножко подумать о вечном, осознать свою греховность. И вот в Кумбулта ты, безусловно, это очень хорошо понимаешь и понимаешь свое небольшое значение относительно Вселенной. Очень люблю вспоминать этот пример. В один из приездов на объект мы наблюдали, на мой взгляд, уникальную картину, когда два орла дрались ниже уровня наших глаз. То есть там ущелье и вот крепость на возвышенности. И вот орлы, действительно, вот я единственный раз в жизни видел, когда эти могучие птицы, огромные, просто вот у них вот был конфликт, скажем так. И это, конечно, незабываемые, непередаваемые ощущения. Для нас принципиально важно взаимодействие с фамилиями. То есть мы в своей работе руководствуемся федеральным законодательством, безусловно, руководствуемся нормами реставрационными, ГОСТами реставрационными, но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что те объекты, которые мы реставрируем прежде всего для себя, для людей, для народа. И еще на стадии проектирования мы стараемся встречаться с фамилиями. Мы не просто стараемся, мы это делаем. И по всем нашим объектам в рамках празднования 1100-летия крещения Алании с каждой фамилией мы имели разговор, имели неоднократно встречи. И всегда мы начинали наши работы с молитвы с традиционной остинской, где мы просили Всевышнего помочь, поддержать нас, да, с тремя традиционными пирогами. И поддержка фамилии, она для нас была неоценима. Потому что
фамилии потом впоследствии будут использовать эти святые места. Они особо почитают эти святые места. То есть для нас, для реставраторов, самое важное, чтобы потом, после реставрации, объекты как-то поддерживались в должном состоянии. И фамилии, которые принимали участие в реставрации в том или ином виде, да, они, безусловно, чувствуют уже свою причастность. Мы им за это благодарны. И как бы мы передаем им, негласно, конечно, потому что это государственные объекты, но в плане сохранности дальнейшей сохранности наших объектов, мне кажется, что фамилии, фамильные советы могут сыграть свою очень значительную роль. Совсем недавно мы стали свидетелями яркого события – открытия дома Вахтангова. Это действительно важнейший этап в культурной жизни нашей республики. Он стал возможен трудами директора Государственного академического театра имени Вахтангова, Московского театра Кирилла Игоревича Крока, который был двигателем, мотором, ну и финансировал все эти работы. Это была его идея, и нам посчастливилось принять участие в реставрационных работах на этом объекте. Мы благодарны Мадине Атаевой, которая пригласила нас на этот объект и познакомила с Кириллом Игоревичем Кроком, который сразу задал нам жесткий такой московский ритм в деле реставрации. Скажу откровенно, иногда это были такие сложные, скажем так, отношения между заказчиком и подрядчиком, но сейчас я ему очень за это благодарен, потому что понимаю, насколько он переживал и болел за свое дело. В доме Вахтангова сохранилось 6 аутентичных окон и ворота. Также был небольшой фрагмент черепичной кровли, буквально небольшой, несколько квадратных метров. На тот момент мы уже понимали, что кровля была черепичной. И очень многие советовали Кириллу Игоревичу применить композитную черепицу, современную, не черепицу 19 века, а композитную черепицу. Очень многие советовали отказаться от сохранившихся 6 окон и деревянных ворот. Мы очень благодарны Кириллу Игоревичу за такое бережное и трепетное отношение к нашему наследию. Потому что, конечно, Крок это воспринимает как наследие великого Вахтангова, а мы это воспринимаем как свое наследие, да? В целом, и как наследие Вахтангова, и как архитектурное наследие. Это очень дорогого стоит. Он настоял на том, чтобы мы их отреставрировали, и дал нам задачу найти черепицу 19 века, которую мы с большим трудом нашли и бережно ее уложили. И по сохранившимся аналогам окон и одной сохранившейся двери мы воссоздали окна, воссоздали двери, причем даже специально приобретали фрезу. То есть невозможно было теми фрезами, которые у нас в республике, воссоздать в точности те столярные изделия. И реставрация – это, безусловно, очень важная часть этого проекта, но это всего лишь одна из частей этого масштабного проекта. Там замечательная экспозиция, там замечательные интерьеры, которые делал Максим Обрезков, главный художник театра Вахтангова. И, конечно, для нас в целом было большой честью прикоснуться к наследию великого Вахтангова. Роль Вахтангова в нашей жизни, в жизни нашей организации, наших реставраторов очень велика. Вот, нам выпало счастье реставрировать фабрику его отца, как я уже сказал, в Национальном музее. Затем мы реставрировали фасады Русского театра, а затем сейчас уже мы отреставрировали все, что касалось предмета охраны, в доме Евгения Багратионовича Вахтангова, там, где он родился и вырос.
Реставрация Национального музея – это была тоже целая эпоха и во многом становление для нашей организации, потому что это была классическая реставрация с раскрытием слоев, с подборкой пигментов и так далее. То есть это было действительно, с точки зрения реставрации, уникальный проект. Мы смогли воссоздать интерьеры внутренние, и нам даже удалось сохранить живопись внутреннюю. То есть это была очень детальная и кропотливая работа по живописи. Я здесь очень благодарен руководству республики того периода, потому что по проекту предполагалось вообще все снести, оставить только стены и все. Но наши градозащитники подняли этот вопрос. В частности, вот Людмила Габоева поднимала этот вопрос. И руководство республики прислушалось к ним. Была проведена историко-культурная экспертиза, которая определила предмет охраны этого здания. И было принято разумное решение скорректировать проект в части объектов культурного наследия. Нам была поручена эта задача. Мы разработали проект реставрации зданий Национального музея. И, получив государственную историко-культурную экспертизу уже на сам проект, согласовав его в Комитете по охране памятников, отреставрировали эти здания. Вот когда действительно симфония идет гражданского общества, власти и реставраторов. Национальный музей в этом смысле для меня кажется образцовым примером. И после этого уже пошло, скажем так, по накатанной. Органы государственной власти, которые раньше до этого вообще к реставрации относились, знаете, как немножко так вот, ну, реставрация, что-то такое вот факультативное, начали понимать, что за нарушение законодательства может быть ответственность, кроме административной, и уголовная. И власть тем самым, повторюсь, задала тренд, за что мы благодарны. Очень важно, занимаясь реставрацией, погружаться в процессы. Очень важно, чтобы реставрация была основным делом, не побочным, не там, вместе со строительством домов или вместе со строительством дорог, а действительно делом жизни тех, кто этим занимается. Вот нашей организации, к счастью, это удается, потому что у нас нет, кроме реставрационных проектов, никаких проектов. Ну, может быть, опять-таки, проекты по воссозданию ранее разрушенных памятников, но это тоже смежное, связанное с реставрацией дела. И, конечно, для нас, помимо юридических вопросов получения лицензий, разрешений, Министерства культуры, очень важно и, наверное, самое важное – воспитать собственные кадры. Да, да. Вот на эти боковые блоки опираются арки, которые вдоль стен. Потому что у нас тогда пропорции вот этих вот граней. Мы приглашаем известных в стране специалистов. К нам приезжают конструкторы, архитекторы, специалисты по каменной кладке, специалисты по декоративно-прикладному искусству. То есть специалисты, имеющие квалификацию, аттестацию и необходимый опыт. Нет, они будут. Вот слышишь, они же есть, и они будут. Ну, это одно. А еще будет? Нет, точно. И, конечно, наши ребята перенимают и уже переняли его. Вот, например, дом Вахтангова, о котором мы с вами только что говорили, отреставрировали полностью наши местные специалисты. Докомпоновка кирпичной кладки, вычинка швов, воссоздание столярных заполнений, черепичной кровли. Безусловно, под надзором наших московских специалистов, но выполняли уже наши собственные специалисты. И, конечно, это граненые алмазы.
не все хотят заниматься реставрацией. Это очень кропотливая, скрупулезная работа, требующая погружения и усидчивости. К сожалению, очень многие как бы не понимая этого, думают, что да тут все то же самое, как мне один человек сказал, да, у вас в реставрации все то же самое, только расценки другие. Вот, то есть, ну, это такой достаточно примитивный подход, пока, наверное, человек сам не погрузится, пока человек сам не поймет, насколько это сложный и кропотливый процесс. И, конечно, наша задача, создав этот коллектив, а у нас вместе с нашими со всеми привлеченными сотрудниками более 100 человек в организации, наша задача обеспечить их работой. Есть у нас такой сотрудник, который подходит ко мне и говорит, вот, кстати, после дома Вахтангова, есть у нас дальше работа? Потому что если работы нет, я поеду, открою велосипедную, значит, мастерскую, буду велосипеды чинить, потому что надо на жизнь зарабатывать. Конечно же, я ему сказал, нет, не уходи, вот тебе следующий объект, следующая работа. Очень важная задача после создания школы, после подготовки кадров, обеспечить их работой, с тем, чтобы такая нужная для республики профессия, реставратор, не ушла в небытие после, да, вот какого-то реставрационного бума, а чтобы это стало востребовано и нужно. Могу сказать, что на сегодняшний день тренд, заложенный тогда, продолжается, и наша задача, задача всех людей, вне зависимости от того, кто чем занимается, постараться сохранить богатое наследие предков. Допустим, если мы работаем в каком-то государственном учреждении и видим, что, значит, есть небольшой красивый карниз, стереть с него паутину, например, просто убрать паутину. Если человек владелец небольшого магазинчика, просто обратиться в комитет по охране и использованию объектов культурного наследия и спросить, мне вот этот цоколь можно плиткой или, значит, лучше его все-таки отреставрировать, этот кажущийся с первого взгляда ужасный там и некрасивый камень. Мне кажется, человеку, у которого стоит задача повесить кондиционер на фасад здания, которое также является объектом культурного наследия, также может, не повесив его, предприняв, да, небольшие абсолютно технические усилия по поиску места для него, тоже внести свой вклад. То есть мне кажется, что реставрация – это задача каждого человека, каждого жителя нашей республики.